в Америке очень по-разному реагируют, что президент стал все-таки Трамп, и один из, ну, митинги, всякие разные демонстрации, но вот сегодня вот такой флешмоб в метро, много стикеров, разных мнений, плохо, хорошо, что Трамп стал президентом. Всем привет! Снова здравствуйте! А сегодня мы с вами окунемся в мир очень интересной информации. В этом видеоролике в конце вы увидите обалденный вид с красивой музыкой. Я думаю, что вы получите удовольствие. Он снимался не сегодня, этот ролик, но я думаю, что вам будет очень любопытно. И под этим роликом в описании вы увидите ссылку на топ-13, по моему мнению, топ-13 каналов про деньги, про бизнес на русском YouTube. Поэтому добро пожаловать. Обязательно ставьте лайки. Если вам понравилось это видео, передавайте его своим друзьям. Может быть, список каналов кому-то будет интересен. Обязательно передавайте, потому что информация полезная. Вполне вероятно, что кому-то она пригодится. До скорых встреч. До свидания. До связи. И приятного просмотра.